Видите, доллару дерева уже одна веточка, видимо, вот та веточка, которая меньше нужна. Ой, засыхает. Сейчас мы с вами отрежем. Оп, и все. Зелененькая. Люблю же вот тут я отрубала, она потом подсохнет чуть-чуть, я ее пониже отрежу. Осталось сколько? 4 веточки. Там есть 2 маленькие, 2 высокие. Видимо, которая ей становится не нужна, она ее бросает. Тут тоже надо пониже отрезать. Тут вообще, наверное, самое главное, что ли, такая большая. Вот авокадушка. Авокадо, смотрите, у нее косточка. Совсем сухая стала. Развалилась вся. Не знаю почему. Другая авокадо. 2 авокадо у меня цветут еще в горшке. Ой, не горшки, а в стаканчике. Вот они. Одну вот эту мы все ждем. Все ждем. Все никак. Еще 1, 2, 3, 4, 5. Где-то 5 авокадо никак. Тут я цветочки поставила. Поменяла цветочки, так скажем. Поменяла. Этот вообще у нас упал. Не люблю алоэ, знаете почему? Потому что они не стоят. У него ножка прям тоненькая-тоненькая стала. Он. И нифига его не держит. Терпеть не могу вот это, вот такие моменты. И при том, что он растет один. Ладно, их там бывает много. Там мохнатость какая-то, да-да. Как вот здесь тут. Вот это вот, кстати, я вытащила из большого горшка. У нас воде теперь. Какие у него там корни интересные. В воде теперь находится. Сажать надо. Немножко такой красивый, нравится мне. Это уже, а у него вон, видите, появился, он появляется, точечка. Должен пойти росток, я думаю, пойдет. Если он, то попытаться может сделать росточек без косточки. Что-то никак он не идет дальше, гниет он, видимо. Вот это, кстати, авокадо тоже у меня еще в стакане стоит. Надо сажать уже. Или, может, уже и не надо. Фиг его знает. Это мой подоконник. Мои джунгли. Джунгли мои.